Пока все хорошо. Пока что все тут мирно. Жители, как тут у вас? Да, все нормально. Ну, понятно. Так, пока что не достроил еще тот и белую шерсть добавил. Ну так, для красоты. Надо бы еще досок взять. Ну еще ждать ночи. Ну что ж. Белый мрамор в красных ваннах. Грамма стиля. Наша мать. Всем привет, с вами Макс, и сегодня у нас опять же Майнкрафт выживание. Седьмая часть. Тьфу, извините, точнее шестая, просто извините, что так ошибаюсь. Ну что ж, у нас тут новое деревце. И нам придется ее рубить рукой. А кстати, про создавание топора я просто забыл. Создавание деревянного топора. Ну ничего, сейчас создадим. У меня как раз есть доски в доме. Но только один стак досок. Так что вот, давайте уже пойдем в домик. Создавать топор деревянный. Как раз 4 досок еще там, надеюсь. И саженцы будут. Блин, что-то немного лагает. Так, извините, что такие лаги. Просто у меня телефон немного слабый. Так, для начала делаем так. Так, вот так, затянем. Так, 2 палки сюда. А потом так. Есть, ребята, так, все. Так, доски сюда и палки сюда. Наш деревянный топор готов. Как хорошо он выглядит. Эх. Ну что ж, давайте посмотрим, как там у жителей. У жителей, в принципе, все хорошо. Сажают новые тут. Ну еле-еле сажают, потому что крипер же тут взорвался. Да. Давайте посмотрим. Ну пока что никого. Опа! Хитренько так. Да, когда я вот тут стену строил, тут видел крипера, а он меня случайно взорвал. Ох, это так бесит, что когда крипер взрывает твою собственность. Ну, когда ты на выживании? Ой-ой-ой, становится ночь. Вот видно, как солнце садится. Еще видно. Тут саженцы, надо их скорее подобрать. Так, 2 саженцы есть, куда же их посадить? Посажу вот эту сюда, а эту сюда. Какая ты миленькая свинюшка. А, кстати, всех с Новым годом. Да, настал тот год. Год свиньи. Да, настал год свиньи. Ну что ж. Либо спать, либо выживать. Потому что, когда я играл в Майнкрафте, я создал вот такую вот черную кровать. Да не, давайте поборемся с зомби. Давайте. Опа. Или же спать, или... Опа-на, опа-ча. Я, кажется, кого-то слышу. Матерь божья. Надо бежать. Добежал, ёпать. Надо скорее её убить как-нибудь. Я был неправ, я не был неправ. Прощайте, пацаны. Скорее забираем вещи. Где? А я...
Ой. Надо убегать. Закрывайте дверь. Закрывайте. Одеваем броню. Она пришла за мной. Надеюсь, она уйдет. Так. Идите. Блин. Кажется, все. Не, ну давайте поспим. Поспать лучший вариант. Так, в принципе, у меня все есть, но нет по ножей. Кажется, там все осталось. Ну, тут-то все пропало. А, еще фонарь же. Fucking shit. Итак, в принципе, землю я восстановил, ведьму я убил, жрать так хочется, ну и все, кажется. Ну и кажется, все. Ставь лайк, если тебе понравилось. Ну а с вами был Макс, всем удачи, всем пока.